На старт увага руш. У перегонах взяло участь 100 спортсменів. Ми в прошлом году проводили подобный байкпакинг-марафон через сквозь всю Україну, з самой северной точки в самую западную. И один из чекпоинтов, первый чекпоинт был в городе Ирпень. Нас здесь горячо встретили, и вот в этом году мы решили в этом городе сделать уже старт. Дощ і сонце не завадило спортсменам за 24 години проїхати понад 200 кілометрів. Одні зробили це заради спортивного інтересу, а хтось таким чином просто мандрує містом. 200 кілометрів в окрестностях города Ирпень или по Киевской области. То есть ребята уезжают, у них есть лимит времени 24 часа, за это время они должны преодолеть эту дистанцию. Те, кто считается спортсменами, они должны финишировать сегодня вечером. Тот, кто настроен на путешествие, они просто ночуют где-нибудь по пути и завтра до 10 часов должны сюда вернуться. Після марафону організатори провели веловечірку з дискотекою. Працювала кемпінг-зона, фудкорт і спортбар. Дар'я Сафронова, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».